Вновь наступил теплый сезон, и на дороге Москвы и Подмосковья выехали специализированные батальоны ДПС ГИБДД, которые часто называют просто «Мотобат». Перед торжественным открытием сотрудники мотовзвода посетили заключительные тренировки по самообороне, контраварийную подготовку и отработали навыки по оказанию доврачебной помощи. Ваша задача – зафиксировать эту руку в согнутом положении. Подготовка к мотосезону проходит основательно. 3 недели по 5 дней сотрудники ДПС посещают занятия и совершенствуют навыки. За время работы не часто случаются такие виды происшествий, да, и где-то что-то может человек чисто физически забыть, как сотрудник полиции, так и гражданский человек, который управляет любым видом транспорта. Поэтому освежать и набираться опыта, несомненно, нужно. В случае нападения вооруженного преступника на сотрудника нужно уметь защитить себя и задержать виновного. Поэтому тщательно отработанные приемы борьбы могут спасти не одну жизнь. Я увел сюда. Нож уже мой. В торжественной обстановке руководитель госавтоинспекции Подмосковья Виктор Кузнецов еще раз напомнил о безопасности и поздравил присутствующих с началом мотосезона. Вы получили дополнительные знания, навыки для контроля за дорожным движением. Все свои профессиональные навыки вы будете использовать при принесении службы уже сегодня. Основатель крупнейшего мотосообщества «Ночные волки» Александр Залдостанов также выступил с речью перед участниками события. Он отметил, что традиционное мероприятие является символом патриотизма и взаимного уважения между участниками дорожного движения. И каждый раз мы хотим, чтобы вот начало лета, оно не было началом нескончаемых каких-то бед, несчастных случаев, каких-то безмерного горя. Главная задача всех участников движения – свести к минимуму аварийность и травматизм на дорогах. Для этого необходимо соблюдать правила и быть более внимательными друг к другу. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.